Уважаемые жители Северского района, обращаюсь к вам с просьбой отнестись ответственно и серьезно к одному из важнейших событий в нашей стране – всероссийская перепись населения. С 15 октября началась работа по всероссийской переписи населения. В нашем районе активно ведут свою работу волонтеры. Уже более 4000 жителей проголосовало на портале госуслуг. Это один из важнейших векторов, который даст толчок развитию социально-экономического благосостояния нашей страны. Все данные анкетирования обезличиваются, и по ним нельзя будет установить, о каком человеке идет речь. Это самые общие социально-демографические данные, показатели о гражданах нашей страны. Призываю вас, приходите в пункты переписи населения, либо проходите через портал госуслуг, поддержите нашу страну.